Lisan V9. Между сиденьем второго ряда устанавливаем дополнительный подлокотник. Сейчас автомобиль в разобранном виде. Вот смотрите, вот этот подлокотник полностью будет интегрирован между сиденьями. И опять все соберем. Консоль с подлокотниками, которую мы поставили между сиденьями, полностью подключена. И она теперь функционирует в разных режимах. Прежде всего, можно двигать ее вперед. Ну, соответственно, назад. И можно поднимать вверх. То есть вы можете подстроить так, чтобы было удобно предплечью, чтобы вам было комфортно облокачиваться именно на этот подлокотник. Внутри этого подлокотника спрятаны столики, которые вы в любой момент можете достать и настроить под себя. Как для пассажира слева, так и для пассажира справа. Очень удобно. Сейчас покажем с разных ракурсов. В верхней части беспроводная зарядка. Заряжайте свои гаджеты. И вот как все выглядит с ракурса задних сидений. Все по штатному. Обратите внимание, штатная подсветка присутствует. Полностью оригинальный дизайн со всеми элементами штатной инкрустации.